Начать свое дело без опыта в бизнесе, связи и большого капитала. Алина Абдрахманова решила узнать, как это сделать в Центре обслуживания предпринимателей. Получила бесплатные консультации специалистов и решила действовать. Хочу открыть детский сад. Действую как индивидуальный предприниматель, открывая свой ИП. Узнала, что здесь можно получить государственные субсидии, помощь, консультации бухгалтера, маркетолога, как составить бизнес-план. Очень хорошая программа для поддержки предпринимателей. Кроме юридической и бухгалтерской консультации, большим спросом среди бизнесменов пользуется поддержка фонда «Дому» по кредитам в банках. Этим можно воспользоваться, если не хватает собственного залогового обеспечения. Тогда фонд «Дому» даст свои гарантии, чтобы банки были заинтересованы в сотрудничестве с предпринимателем. Для начинающих предпринимателей до 70%, для действующих до 50%. Гарантию. И, естественно же, это получение грантов для начинающих предпринимателей на безвозмездной основе до 3 миллионов тенге. Это самая востребованная программа. В основном начинающие предприниматели интересуются вопросами участия в государственных программах «Агробизнес», «Дорожная карта бизнеса», «Занятость-2020» и «Производительность-2020». Так что есть возможность выбрать для себя наиболее подходящую сферу коммерческой деятельности. Магомед Аслаханов, Талап Сагимбаев, телеканал «Алматы».